улица проспект Героев 4. Никто и не думал здесь ничего чистить внутри кварталку. Машину вот поразбили, колейка. Ну, в принципе, снег достаточно глубокий, рыхлый он. Дворы за детской поликлиникой тоже здесь не прочищен. Соцобъектом, видать, Баловтодор, ну, комбинат, прочистили. К самой поликлинике там прочищено. Во дворах ничего нет, никто техники не видел. Ну, прям сразу по заезду видит. Вот здесь ничего не чистили, там прямо дорога к соцобъектам почищена. Вот. То, что касается подрядных организаций, их техники нет. Вот улица Тарнавская, 23, въезд во двор. Тоже ничего здесь не чищено. Вот едем дальше к Тарнавской, 25, здесь вообще каша. Вот видите, сейчас переведу. Никто здесь ничего даже не пытался чистить. До выезда и дальше во двор, в следующий двор. Также полная каша. Вот выезд между домами. Тарнавская, 27А, 35. Каша вообще. А дальше вот основная дорога, да, очищенная. И здесь вот второстепенка, да, она просто вся. И вот уже все нормально, почищено. Центральные, все нормально. В идеале, можно сказать. Степная, 27/2. Ну, тут вообще торосы. Внизу лед. Как раз вообще отлично. Лед. И вот в таком состоянии. Внутри кварталка. Колейность. Проехать тяжело, чтобы не покоцать другие машины. Никто ничего не чистил.